Позитив представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче Городок. Доктор, я жить буду. Я не доктор, я профессор. Не волнуйтесь. Судя по вашему виду, это стресс, обыкновенный стресс. Какой еще стресс? Как много людей еще не знают элементарных понятий. Стресс – это неспецифическая реакция напряжения живого организма на любое оказываемое на него сильное воздействие. Различают антропогенный стресс, недонапсихический стресс, тепловой и даже световой стресс. А, так это стресс. 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 А я думал, что это от того, что меня на работе так током долбануло. Городок под напряжением. Да. Нравится. Здорово, молодец. Лучший фитнес в городе. Что? Видно, видно. Солярий. 500 рублей в час. Тренажерчики. 200 рублей в час. Бассейн. 300. 300. Не, молодец. Все так недешево. Не по-детски. А напряжение у тебя снять негде. Негде снять напряжение. А людям же это самое главное. О людях ты не подумал. Да что, ну что вы, люди, как говорится, это самое дорогое, что у нас есть. Вот, Алиска, $200 в час. Сюзанка, 300. Виталик, 400. Слушай, по Виталику там... Сейчас, ну подожди, господи, я же открываю. Заходи. Где ты шлялся? Как ты мог держать меня в таком напряжении до часу ночи? Ну почему ты весь в синяках? Вы меня избили хулиганы во дворе. Это я могу понять, но почему ты пьяный, Гоша? А, избили и напоили. Городок под напряжением. Что я не разберу, что здесь написано. Ты этот, Дегтярев, Йо, правильно? Нет, неправильно. Я Дегтярев И.И. Йосиф Йосифович. Ну, я и говорю, Йо. А я электрик. Вот, пришел проверить счетчик, нет ли левой проводочки, техника безопасности. Нет, никакой левой проводочки у меня нет, все у меня в порядке. Да, да, это все так говорят, что в порядке, пока я не пришел. А у него тут есть приборчик. Сейчас снимем показания. Силу тока, мощность, напряжение. Забыл. Слушай, у тебя какого-нибудь приборчика нету? Есть у меня приборчик. Эй, а что это? Приборчик для снятия напряжения. Снимает как рукой. Попробуем нетленочку сыграть. Раз, и два, и три, четыре. Самодеятельность. Плёхо, неритмично. Да, барабанов у нас нету. Надо включать маракасы. Кто будет играть на маракасы? Я не буду. Я тоже не буду. Это вечная проблема. Кто будет играть на маракасах? Я тоже не буду. О, Петрович. Алло. Привет. Здорово. Петрович, хочешь стать звездой? Я же играть не умею. Петрович, ты что? Мы тут все играть не умеем. Давай, что ты? Да нет. Ну что ты, Петрович, ну? Ты пойми, сейчас все электрическое что-то. Врубил, оно само играет. Че ты, давай, да? Давай, Петрович, ты. Петрович, ну что ты? Тебя люди просят, ну, сам ли. Петрович?
Давай. Попробуем? Давай. Попробую. Давай сюда. Так. Так, давай, Петрович. Ну так, а так. Где? Вот. Вот тебе мрак кассы. Так? Ага. И будешь ими трясти. Понял? Только главное, ритмично. А с какой частотой трясти? А частота у нас, Петрович, всегда одна. 50 Гц. Тетя Клава! Тетя Клава, хочешь стать звездой? А что это у нас ручки так трясутся, а? Ужас, как трясутся ручечки. Ну что, мне не трясется? Трясется, нет, да? Нет, не трясется. Трясется, смотри, счетчик скрутил, и теперь психуешь, да? А что? А я вас всех вывел на чистую воду, понял? Всех вывел, всех. У самого-то, а? Чего у вас такие глаза красные? Глаза красные, вот. Ужас, какие красные. Чего, а? Чего? Сравнил. Чего? Глаза у меня красные потому, что когда все человечество стоит на пороге энергетического кризиса, мне даже спать некогда. Вот он. Ну, а вы-то тут при чем? Я-то. Ну, пока все человечество проверишь. Ну, что у нас там? Так, косметическая пластика лица. Операция проведена 13 апреля хирургом. А, тьфу, мною же проведена. 13 апреля – это счастливое для меня число. День моего рождения. Фу, и до сих пор голова болит. Погуляли. Ну, будем снимать? Будем снимать. Будем снимать. Будем снимать. Сейчас мы снимем. Сейчас. Господи. Так. Ну, где же этот бинт, а? А, вот он. Вот. Что? О, что? Что о? Нет, все отлично, отлично, все. Есть небольшие шрамы, ну, очень небольшие, знаете. Ну, и потом шрамы только украшают мужчину. Но я женщина. Женщина. О. Все будет очень хорошо. Сейчас. Что у тебя стресс такой, а? Ты посмотри на свое лицо, у тебя там такое напряжение на 380 вольт тянет. Нет, телефон не работает. Ну, не работает телефон. Я жду важного звонка, просто очень важного. От любимой женщины. Она мне должна сказать, да или нет. Простите за высокопарность. Она должна мне сказать, я буду счастлив или я не буду счастлив. Ну, что? Да, я посмотрю, да. Но это почти по моей части, дай сюда. Так. Алло. Какая нафиг киностудия? Ты что? Очки надень, когда номер набираешь, а? Что? И собаку поводыря заведи себе. Что? И пусть собака номер набирает тебе. Что? Алло. Олег, ну он опять сломался.
Это ж надо, что с людьми стресс делаешь. И не говорите, ну я же с ним как с человеком разговариваю. А он заладил. Простите, 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 простите. Подонок. Кино. Художественный фильм «Дама с собачкой». Ой, это же вам. Спасибо, какая прелесть. Да. Это нам. Алексей, мне так приятно, что мы с вами наконец познакомились, я так рад. Мне тоже очень-очень приятно. Признаюсь, я живу один. Один совсем? Совсем. Давно мечтаю о спутнице жизни. Каждый день наблюдаю с балкона, как вы гуляете с собачкой. Вот. Вчера вас увидел, и сердце, знаете, так защемило, так... так ой, ну, вот как. Ой, что это было? Сердце. Это сердце ойкнуло. Да. Это ойкнуло сердце. Да. Я себе представил, как мы идем рядом. Знаете, и внутренний голос мне подсказал. Вот она. Вот она. Подруга моя сердечная. Хуш. Да. Хуш. Не может быть. Ну, может. Я тоже, я когда гуляю, признаться, частенько на ваш балкон засматриваюсь. Правда? Я уже, знаете, не надеялся. Так вы согласны? Да. И сколько же вы за нее хотите? Я надеюсь, недорого. Красавица моя. Вот она, подружка моя сердечная. Я только о ней мечтал, знаете. Я буду любить. Я буду за тобой ухаживать. Из рук все валится. Слушай, тебе лечиться надо. Ты дома полежи, вон телевизор посмотри. Я вот, например, недавно простыл. Лежал дома, смотрел боевик по телевизору. Там всех, знаешь, вот, вот всех вот зарубили топором. Понимаешь, я вспотел от напряжения. Но кончилось все хорошо. Чего хорошего, зарубили же всех. Ну и что? Зато я пропотел и выздоровел. Художественный фильм «Белый солнце пустыни». 10 лет спустя. Вот, товарищ Суков, смотрите. Здорово, здорово. Молодцы, товарищи пролетарии Востока. Стройте новую жизнь. Да, да. А где ваш начальник? Начальник, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Начальник, пожалуйста. Товарищ комиссар, нам гость из самой Москвы. Абдулла? Ах ты, гад! Как это случилось? Спокойно, Сухов. Со мной случилось то, что... рано или поздно случается с любым бандитом. Я перешел на сторону советской власти. Теперь это моя власть. Политика, Сухов, это искусство находить компромиссы. Не может быть. А где же ваши девочки, Зухра, Зульфия и далее по списку? Где же им быть? Со мной? Только теперь это не гарем, а бригада коммунистического труда. Они тут работают. И ты разрешил им снять чадру и открыть лица? Я ни за что не поверю. Я же сказал, нужно находить компромиссы. Девочки! Они тут сварщиками работают.
Может, провод переломился? Может быть, переломился, нам надо. Может быть. Слушай, ты его случайно от волнения не перегрыз? Ну? Смешно, очень, очень смешно. Я бы на вас посмотрел в моем положении. Я купил квартиру, я сделал ремонт. Я поменял всю мебель. Естественно, по своим возможностям. И вдруг такая неизвестность. Если я сегодня же не узнаю ее ответ, я не выдержу просто. Просто. Ну, прямо Отелло и Джульетта. Елки-моталки. Труффальдино и Бергамо. Собака и Сеня. Что собака и Сеня? Это что это? Ну, кино такое про любовь. Ну, собака и Сеня. Да-да-да-да-да. Сеню играет Боярский. А собаку Терехова, да? Это замечательные люди. ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей. Добрый вечер. Сегодня всем нам очень повезло. Сегодня мы находимся в гостях не просто у поп-звезды. Сегодня мы в гостях у замечательного, универсального, удивительного, уникального человека. Он ждет нас. Удив. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение. Ведь у такого уникального, удивительного, разностороннего человека, как вы, я думаю, отбоя нет от журналистов. Первый вопрос. Раньше вы просто пели. Теперь все говорят о вас, что вы не просто выдающийся певец. Вы еще и садомазохист, человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сейчас, одну секундочку. Алкоголик, наркоман, эротоман, дзен-буддист и фэн-шуист. И зооастриец. Зороастриец? Зоо. Или зоро. Астриец. Это удивительно. Как все это можно объединить в одном человеке? Не надо снимать. Не надо, я тебе говорю, убери камеру. Не снимай. Ой. Что? Ой, Серега, извини. Ты знаешь, я бы сам раньше не поверил. Мне тоже вот поначалу мне казалось, это все невозможно. Но ты понимаешь, Серега, ну так молодняк давит, на пятки наступает, на горбу уже сидят. Ты понимаешь, что вот чем-то... Просто вот чем-то одним из этого списка кого-нибудь удивить сейчас уже невозможно. Ой, извини, ну давай. Что? Как ситуация? Плохо дело, плохо. Тут специальный инструмент. Как инструмент? Какой? Я тебя знал, какой. Ну что, мой подходящий есть или нет? Сейчас мы посмотрим. Так. Это подойдет? Нет. Не подойдет. Да ну что? Даже ну... я знаю. Да нет. Ну, это... Нет, ну и главное, она же понимает, как я психую, что я места себе просто не нахожу. Ну можно взять и позвонить соседям. А так, а что? Просто взять и повеситься? Что, взять и повеситься? Ну что-то есть подходящее у меня? Есть. Что? Провод. Провод. В самый раз. Думаю, как раз твой вес выдержит. Сказка. Конек горбудок. Что? Где я? Что, ты? Я. Во дворце. Кто я? Ты царь, батюшка, ты кто? Кто? Олечка, это ж ты почитай, 40 лет проспал. Ой, а что ж так долго? Илья, ты понимаешь, ты в детстве в больницу попал.
Вот. И что-то там лекари, что-то они напутали, короче. И вместо ацидофилина они тебе прописали в день по стакану калофилина. Вот. Ну что, ну больница, больница. Вечно же в больнице что-то напутают, ты знаешь. Ни хрена себе. Я же вообще мог не проснуться. Да. А ты кто такой? Извиняюсь, зарапортовался. А я, собственно говоря, конюк, горбунок. Что за фамильярность такая? Простите. И что ты за конек, горбунок, если у тебя ни хвоста, ни копыт, ни горба? Ну вот такой вот уродился, без копыт. А может, что-то в роддоме перепутали? В роддоме перепутали. Да. Это же надо в роддоме перепутали. Что, шутишь, что ли? Молодцы. Взяли и перепутали. Молодцы. Ну, скорее, ну, пожалуйста. Ну, не вынес уже этой неизвестности. Ну, можно? Ты смотри. Я даже тебе завидую. У меня вот в жизни из-за бабы никогда такого не было. Счастливый ты. Ну, все. О, готово. Да. Да, это ты. Ну что там? Ну скажи еще раз, Лапочка. Ну, слава богу. Я целую тебя крепко-крепко. Да-да, я позвоню. Ну, она сказала да. Нет! Она сказала нет! Нет, она сказала! Она говорит! Нет никакой беременности! Беременности нет! И врач подтвердил, что нету там никакой беременности. Ну, конечно, нет никакой беременности. Все. Все спасено. Мебель спасена. Квартира спасена. Я спасен. Боже, слушайте, какое это было напряжение. Тут еще вы с этой проверкой своей. Ну, с электричеством как раз у тебя все в порядке. Так что бывай. Знаешь что? А вот штрафик... Я тебе, пожалуй, все-таки выпишу. Чего? За что? У меня же нет никакой левой проводки. Да, левой проводки у тебя нет. Но напряжение у тебя какое-то левое.